Доброе время суток. Сегодня вот расскажу я про такой вот, как вы видите, это очистителька для ног. Ну, хотите, если я их краешком задену. Ну, конечно, особенности. Плюсы, минусы. На что сделать упор, хотя тут ничего сложного нет. Ну, могу еще потом будет анонсировать. Вон, видите, оградка у меня уже блестит. Это я мангал такой будет дорогущий, да. Это тоже еще тут половина не сделана, тоже анонсирую, смотрите. Ну, а что касаемо этой чистилки. Ну, чистилка довольно-таки она удобная. Ну, немножко декор добавлено. Ну, какое я рекомендую внимание обратить. Бывает из прутка, конечно, делают. Это самый простой вариант. Взяли его там, согнули и все. Ну, все-таки труба профильная пожестче. Если особенно вот я взял, считай, минимум 25 на 25. Вот уберите кованый элемент, она, естественно, будет дешевле. Но чуть-чуть добавили, уже будет декор. Можно еще украсть, еще дороже. У меня бывают разные модели, если интересуют чистилки. Посмотреть, там и дорогие, если есть самые простейшие, которые, вот считайте, вот так вот отрежьте, да. Вот вам самая простейшая чистилка. Берете, но и чистите. Это я конкретно сделал по заказу и по, скажем, дизайну с клиентом. Он дал определенный бюджет. Мы ему такую забабахали. Ну, а так, кто делает или клиент, внимание, на что обратить? Ну, конечно, чтобы швы были тогда проварены, у вас вода не затекала, ножку не разорвало. Ну, и такие поручни, они тут будут руками задержаться, они 50 сантиметров в землю загонят. Поэтому она будет ниже, вот так вот будет где-то поручень, ну, на уровне 100 сантиметров, 110. И они будут за нее держаться, ноги вот так вот, скажем, очищать обувь. И будут за нее держаться, поэтому приходится варить здесь, 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 с двух сторон. Видите, все здесь то же самое, все усилено, все крепко, я думаю, она надежная, даже антивандальная. Потому что если варить там по стандартам, то я считаю, завиток там дергает, какие бывают, продаются. Ну просто вот, а если при желании сломать, то очень легко. Здесь, если желание ломать, придется потрудиться, там рычаг использовать. Если вы скажете, почему здесь краска у меня, да? Да, я ему говорил, сейчас у нас на улице уже холодно. Осень, поэтому я говорю, при 10 градусах я стараюсь не красить. Он говорит, ну покрась там особо, скажем так, без претензий. Пришлось покрасывать, краска подкрашивать. Красочка, конечно, потекла у нас. Вот мангал вот будет красить, я сейчас скоро сделаю. Конечно, я его или на порошок повезу, или буду ждать там хотя бы около 15-20 градусов тепла, чтобы его красить. А так, конечно, уже когда 10 градусов, да, там краска засохнет, вот у меня на все застыло, все засохло, но, честно говоря, нежелательно, потому что то, когда у вас металл при 40 градусов он нагревается, вы красите, или там при плюс 10, то есть краска будет держаться однозначно меньше. Но это я уже по желанию клиента сделал, поэтому претензии мы принимать не будем. А так вот, видите, еще далеко до покраски, металл уже я уже, посмотрите, как блестит. Вот видите, как в основном, какие, допустим, готовлю, как изделия, посмотрите, она уже вся блестит, да. То есть я, если человек заплатил за это, я делаю. Бесплатно, конечно, я полдня не собираюсь ограду чистить. И это тоже было подготовлено под покраску. Ну, очистилки, говорю, если интересуют модели, то смотрите, у меня там есть различные виды. Ну, а так, спасибо за просмотр. Какие вопросы, задавайте, мы вам ответим. Ну, а подпишитесь, будете следить, скажем так, за новиночками, вот за репортажами. Здесь про что есть рассказать, вот как швы я варю, да, как я уже зачищаю, все в крох варится. Вот этот-то уже мангальчик, да, еще крыша не готова. Но я его дизайн-тест сам придумал, видите какой. Уже потрачено на него 5 дней. Вот бумагу я еще не убрал. Знаете, в чем бумага лежит? Я каждый протираю, обезжирю завиточки. И для ограды вот некогда убрать, торопимся. А так вот, видите, у меня тут быстрее-быстрее, как сделаю, тогда буду начну убираться. Бумагу туалетную я протираю завитки, вот масло. Чтобы металл был чистенький и все у вас не отвалилось после того, как дождь пройдет. Краска снесли, не смыла. Ну, до свидания, до новых встреч. Следите за новиночками.